Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Смотрите сегодня в программе «Итоги недели». Поблагодарить за работу, за ответственное и добросовестное отношение к труду прямо в поле в самый разгар дня. С поздравлениями и наградами на поля Малорицкого района приехал председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, чтобы поздравить комбайнеров-тысячников. 7 августа принимают поздравления машинисты, проводники, технический персонал, те, кто круглосуточно заботится о комфорте и безопасности пассажиров. Брест чествует железнодорожников. Первый рейс туристического поезда «Белорусский вояж» прибыл в Брест. Дан старт нового совместного проекта Белорусской железной дороги и открытого акционерного общества «Российская железная дорога». Об этом и многом другом прямо сейчас в программе «Итоги недели». Мы начинаем. Уборочная кампания – стратегически важное время для каждого хозяйства, а хорошие результаты говорят об эффективности и производительности работы всего коллектива. Труд аграриев трудоемок и нелегок, а потому специалисты, которые демонстрируют высокие показатели в этот сложный и ответственный период, становятся героями всего региона и получают заслуженные награды. Насколько важна уборочная, судите сами. Комбайнеров и водителя тысячников хозяйств Савушкина и Хатисловский Малорицкого района чествовал лично руководитель Бреста Александр Рогачук. Летний воздух плавится от жары, но труженикам поля нет времени на отдых. Жатва в самом разгаре. На данном этапе в Малорицком районе уже собрали 100% рапса и более 75% зерновых. Рожь, ячмень и овес убраны на площади более 90%. Здесь уже выполнили доведенный план по госзаказу семян озимого рапса. А план по озимой ржи будет закрыт на следующей неделе. И все благодаря кропотливой ежедневной работе простых тружеников села. Представь, ты, встаем мы в 5 утра, ну а до дома приходим 10-11, и так каждый день. В Малорицком районе могут похвастаться уже 3 экипажами-тысячниками. По заслугам и награда. Поздравить лично новых лидеров жатвы посчитал своим долгом глава Бреста Александр Рогачук, а также местное руководство. Эти душевные звонкие песни сегодня для настоящих героев жатвы – комбайнеров, братьев Ивана и Юрия Костючиков. Именно на таких надежных, скромных тружениках держится любое хозяйство. Я перед тем, как сюда традиционно уже приехать, еще раз проанализировал работу промышленности города Бреста. И сколько из этой промышленности в удельном весе не могло бы работать без сельскохозяйственного сырья, без этих людей, которые работают в поле. Так вот, 60% всей промышленности города Бреста, оно напрямую завязано вот на этих тружеников села. Поэтому то, что мы такую интересную традицию уже второй год как стараемся реализовать, я думаю, что это просто наш маленькое ответное спасибо, которое надо с каждым годом увеличивать. Поэтому спасибо этим замечательным людям, спасибо тем, кто способствует развитию экономики, в том числе экономики нашего города Бреста. Это 100% вклад в жатву именно тех тружеников села, которые вот мы сегодня наблюдаем. Но не надо забывать и о тех людях, которые готовят комбайны к работе. Это и инженера, это и люди на мехдворах. Обязательно надо вспомнить и про животноводство, потому что животноводство – это основа экономики любого хозяйства. В общем деле немалый вклад и Валерия Бенисюка, который работает водителем с 1984 года. И вот уже 28-й год на самосвалах. Ежегодно он в числе лидеров уборочной, 2022 не стал исключением. Так покойный отец сказал: сынок, работай так, чтобы не было стыдно. А я такой, у меня чуть не слезы все поменяли его. Я такой человек сентиментальный. Работаю так, и все, иначе не мыслю. Сегодня за свой самоотверженный труд Валерий Бенисюк принимает заслуженные поздравления. На моей родной земле, даже в маленькой семье, знают все закон простой, что без хлеба стол пустой.
В этом году Валерий Бенисюк стал первым в районе тысячником среди водителей. Перевозил рожь, ячмень и овес. Именно благодаря героям нашего сюжета в этом году показатели прошлого года по уборочным в Малорейском районе планируют перевыполнить. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Александр Лукашенко перед началом уборочной кампании 2022 поставил аграриям четкую задачу – собрать в этом году не менее 9 миллионов тонн зерна. В закромах страны уже более 2 миллионов белорусского золота полей. Если быть точными, эта цифра – 2 миллиона 758 тысяч тонн. Каждый колосок, каждое зернышко на счету, а значит, каравай нынешнего года будет увесистый. И самое главное, Брещина – лидер жатвы. Убрано порядка 75% зерновых. Съемочная группа телеканала БукТВ посетила выставочное открытое акционерное общество «Агросад Рассвет». Сюжет с полей подготовил Александр Богданович. Открытое акционерное общество «Агросад Рассвет» расположено в северо-западной части Брестского района и является одним из ведущих совхозов области. Практически каждый год предприятие начинает уборку зерновых первым, соответственно, и раньше заканчивает. Сегодня комбайнеры «Агросад Рассвет» завершили уборку зерновых и зернобобовых на 100%, а госзаказ выполнен по всем сортам яровых и озимых. Порядка 3500 тонн намолочено у нас зерновых и зернобобовых, и рапса, значит, 814, значит, тонн. Урожайность рапса составила, значит, 37 центнеров с гектара, значит, зерновых и зернобобовых на сегодняшний день немногим более 52 центнеров. Водители уже 3 перевезли по 1000 тонн, поэтому мы, значит, на момент выполнения вот этого доведенного задания, мы выезжаем на поле, будто на КЗС, и вручаем им, значит, сувениры памятные, ну и денежные премии. За всеми цифрами в первую очередь стоят люди – комбайнеры, которые по 12 часов в день трудятся, чтобы достигнуть нужного результата. В «Агросад Рассвет» работают исключительно опытные комбайнеры. Многие потратили на это нелегкое, но такое важное дело около 15 лет. Мне сначала уборочной компании удалось собрать 810 тонн, ну, на сегодняшний день. Мы работаем в зависимости от погоды. Как погода, так и мы. Но если погода позволяет, работаем по 10, по 11 часов в день. Вот. А если нет, то что там, дождь пошел, и все, мы домой. Уважаемый специалист в хозяйстве, человек, отвечающий за качественный урожай, агроном. Именно на его плечах лежит ответственность за подбор средств защиты растений, удобрений. Он должен уметь предугадывать капризы погоды и уметь подстроиться под них, дабы минимизировать риск потери урожая. В этом году была засуха, вот в июне месяце, она повлияла на урожайность. Зерно, масса тысячи семян меньше, чем была даже в прошлом году, и это сказывается на общую урожайность. Она у нас составляет 52 центнера. Но, несмотря на это, мы выполнили госзаказ по пшенице. Мы сдали на Брестский комбинат хлебопродукции 500 тонн озимой пшеницы, это для нужд хлебопечения, и 100 тонн ярового ячменя, также на комбинат хлебопродуктов Брестский. То есть вот заказ мы выполнили, и мы намолотили необходимое количество зерна для производства комбикормов для КРС, для нужд животноводства. Показатели нынешнего года немного ниже, чем в прошлом. Тем не менее, это не критично, так как госзаказ на все заявленные зерновые культуры выполнен. Жатва в Беларуси должна завершиться до 20 августа. Напомним, что задача, которую поставил президент, намолотить в этом году минимум 9 тонн зерна. Когда удалось совместить две съемки в рамках одного выезда? В то время, когда наша съемочная группа активно писала интервью о ходе уборочной кампании в открытом акционерном обществе «Агросад Рассвет», здесь же работали правоохранители. Правда, цели у нас не совпадали. Профилактика, выявление правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса, мониторинг выхода на линию техники, а также обеспечение технической оснащенности – это задача милиционеров. Александр Богданович присоединился к рейдовой группе. Сотрудники милиции ведут проверку агропромышленного комплекса несколькими подразделениями. К примеру, охрана правопорядка и профилактики проводит контрольные мероприятия по проверке наличия камер видеонаблюдения, охранной сигнализации на складах, где хранятся удобрения, зерно, а также в иных помещениях, где возможен факт хищения. К слову, случаи воровства на такого рода предприятиях нередки. В этот раз сотрудники милиции навестили висточский «Агросад Рассвет».
На днях с территории одного из сельхозпредприятий Пинского района было похищено 1,5 тонны зерна. Как было установлено правоохранителями, механизатор одного из сельхозпредприятий ночью проник на территорию предприятия, где, подобрав ключ от помещения, в котором хранилось зерно, похитил оттуда 32 мешка, которые в последующем перевез по месту жительства своих родителей. Правоохранитель мужчина сознался в содеянном и сказал, что планировал использовать данное зерно в своих личных целях. На территории Барановичского района правоохранителями был установлен факт хищения 1093 литров дизельного окрашенного топлива. Как было установлено, 29-летний сотрудник одного из сельхозпредприятий похитил данное топливо сверенного ему трактора, после чего перевез по месту жительства. Управление по борьбе с экономическими преступлениями преследует свои цели в данной проверке. Их волнует немотивированный простой техники, хищение материалов средств и другие невынужденные убытки предприятия. Всего правоохранителями с начала уборочной кампании уже возбуждено 20 уголовных дел, из которых 12 – это хищение собственности сельхозпредприятий Брестской области. Кроме этого, составлено порядка 50 административных протоколов. На протяжении последних лет задачами органов внутренних дел является выявление фактов бесхозяйственности, происходящие в сельхозорганизациях Брестской области и Республики Беларусь. К таким относятся и выявление преступлений, и выявление фактов коррупции среди должностных лиц, ну и иные правонарушения в этой сфере. Полномочия милиции в данной сфере, они многогранны, и они распределены по различным подразделениям милиции. Сотрудники АБЭП занимаются в ходе этой кампании, значит, выявлением фактов хищения, проведением мероприятий оперативно-розыскных, проверкой наличия сохранности техники и иного имущества сельхозорганизаций. Сбор урожая в первую очередь зависит от состояния самих комбайнеров. Для продуктивной работы важно хорошее физическое состояние, а также трезвость ума. Здесь свои обязанности начинают исполнять сотрудники госавтоинспекции. Помимо этого, сотрудники милиции проверяют техническое состояние автомобилей, тракторов, самоходных машин, оборудование техники светоотражающими элементами. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 4 работника АПК. 2 факта в Драгичинском районе, по 1 факту в Жабенковском и Ганцевичских районах. Все трактористы и машинисты, а также 6 бесправных водителей. Сотрудниками ГАИ проверено более 30 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, задействовано в полевых работах, из которой более 1000 эксплуатировалось техническими неисправностями и 730 с непройденным техосмотром, 195 с несвоевременным проведением регистрационных действий. В ходе рейдового мероприятия в открытом акционерном обществе «Агросад Рассвет» никаких нарушений не выявлено. А все потому, что работники предприятия сконцентрировали свое внимание исключительно на уборочной кампании, поэтому о нарушении закона думать некогда. В эфире еженедельная программа «Итоги недели». Мы продолжаем. История развития железной дороги неразрывно связана с историей развития нашей страны. И мы уже не представляем себе экономику государства и нашу жизнь без железнодорожного транспорта. Благодаря железной дороге можно не только быстро, но и комфортно и безопасно перемещаться на дальние расстояния, а также транспортировать большие объемы различных товаров. А чтобы обеспечить бесперебойную работу всех структур на железной дороге, ежедневно, самоотверженно и старательно трудится большой и дружный коллектив железнодорожников. Это настоящие хозяева белорусской чыгунки, которые давно уже стали большой и дружной семьей. В Брестском отделении работают более 6600 человек. Все они ежегодно в первое воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник. Наши корреспонденты побывали на торжественном мероприятии, посвященном Дню железнодорожника. Людмила Лагодич продолжит тему. Ежедневно Брестский железнодорожный вокзал принимает и отправляет десятки поездов, перевозя тысячи людей по локальным и международным направлениям. Для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность каждой поездки, в Брестском отделении белорусской железной дороги задействован большой объем специальной техники. Но самым главным секретом успеха, без которого немыслима работа всей отрасли, была и остается работа тружеников, профессионалов железнодорожников. Я считаю всегда общение с людьми. Это достаточно сложная профессия, поэтому это нужно уметь и нужно любить. Мне комфортно, я достаточно часто езжу на поездах. В целом меня все устраивает. Я считаю, достаточно современно все. Мы сами с Витебска и ехали вот на поезде
Минск, Брест. Очень все комфортно, современно, здорово. Мы даже раньше здесь мы на машине ездили, но даже выбрали больше вот уровень поезда, и нам вот больше понравилось. Я езжу на дачу в Березовую рощу каждый день поездом Брест-Хотислав. Все меня устраивает. Единственное, что хотелось бы, чтобы к первому пути прибывал поезд. У нас в поезде всегда только один кассир, вот проводник, я так считаю. Все нормально, я езжу в Луниц очень часто, все, слава Богу. Это тяжелый труд. У каждого человека свой характер, свое настроение. Например, проводник или дорожный кассир, они должны под каждого подстроиться. Большая и дружная семья Брестского отделения железной дороги включает порядка 6600 сотрудников. Их ежедневная монотонная работа не всегда на виду у других. Зато их ответственность и трудолюбие сегодня, как и десятилетия назад, обеспечивают успешное и бесперебойное функционирование целой отрасли. А в первое воскресенье августа – профессиональный праздник железнодорожников. Руководство железной дороги и городские власти считают своим долгом лично поздравить тружеников стальных магистралей. Брест – это транспортный узел, это ворота с востока на запад, перевалки тысяч тонн грузов осуществляются на постоянной основе. Железнодорожники – это те люди, в которых всегда город Брест верил, на которых он опирался. Это те люди, которые исторически создавали город Брест. Всем железнодорожникам города Бреста и всей Беларуси в связи с профессиональным праздником я желаю прежде всего хорошего настроения, добрых путей, правильных развязок. Пусть в жизни все удается, а мы всегда, как горожане, будем рассчитывать, что будем пользоваться всегда комфортной железной дорогой, как пассажиры, и с точки зрения экономики рассчитывать на то, что грузопоток будет увеличиваться. За свой высокий профессионализм и добросовестный труд в этот день были награждены лучшие представители трудовых коллективов, а также ветераны. Все те, кто внес свой вклад в достижение общего успеха. Теплые искренние поздравления, нагрудные знаки отличия, благодарности, грамоты стали прекрасным подарком к празднику. Работаю рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений уже 22 года. Коллектив, конечно, у нас разный, есть кто приходит, кто уходит, но в основном люди очень хорошие и работать можно с людьми. Справляемся. Награждают меня сегодня впервые, и мне очень приятно, что меня выбрали, выделили с бригады, и я получаю эту премию. Так жизнь сложилась, хотя в семье у меня нету потомственных железнодорожников, уже в моей семье уже получается. Есть на железной дороге работают, сын работает на железной дороге. Что мне нравится? Ну, движение вперед. Любому человеку приятно, когда его отмечают за его труды. За труд его, за то, что он старается работать. Даже в сложные времена профессионалы белорусской железной дороги продолжают трудиться для нашей страны и для каждого из нас. А трудности не стали преградой. Они еще больше сплотили, мотивировали искать скрытые резервы и возможности для реализации разных проектов. Уважаемые брестчане, железнодорожники, семьи, в этот торжественный день хочется пожелать всем нам крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, безаварийности, а также глубокого комфорта, чтобы он создавался нашими руками, и у нас хватало и финансовых средств, и настроения, и здоровья, опять же, повторюсь, все это дело приумножать и предоставлять нашим семьям такую уникальную возможность пользоваться всеми благами, которые мы создаем. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Символично, что в канун Дня железнодорожника в город над Бугом прибыл первый рейс туристического поезда «Белорусский вояж» в рамках нового совместного проекта Белорусской железной дороги и открытого акционерного общества «Российская железная дорога». В течение двух дней туристы из России посетят западную часть Беларуси, а именно города Гродно и Брест. При этом пассажиры могут выбирать маршрут в соответствии со своими предпочтениями. Такого рода состав прибыл в Беларусь впервые. Тем не менее, инициаторы проекта обещают, что туристический рейс «Белорусский вояж» станет постоянным. А впрочем, не будем забегать вперед. Все узнаете в сюжете Александра Богдановича. Программа тура «Белорусский вояж» рассчитана на двухдневное пребывание в Республике Беларусь.
Особенность круизного туристического поезда – ночные переезды в формате «отель на колесах». Сам поезд «Белорусский вояж» состоит из 10 вагонов и начинает свое путешествие от Москвы до Минска, а уже в столице Беларуси 5 вагонов отправляются в Гродно, соответственно, еще 5 – в Брест. Такого рода тур впервые реализуется за последние 30 лет. Все разрабатывается очень четко по времени, потому что выходит много людей. Это массовый туризм, это въездной туризм, международный туризм. Это очень приятно, что в Беларуси вот такой первый поезд, который массовый туристический поезд. Сложности, ну, мы свою работу знаем, поэтому сложностей не должно. Должна быть четкость, организованность. На каждой железной дороге есть свой туристический центр. В нашем случае в Беларуси это мы, туристический центр Дортур. И мы, как приемная сторона, принимаем этих туристов и организовываем экскурсионное обслуживание на территории Беларуси. К примеру, в Бресте для гостей предусмотрены обзорные экскурсии по главной пешеходной улице Советская с ее историческими зданиями и просто завораживающей красотой, а также по главному символу освобождения СССР от немецко-фашистских захватчиков – мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Ну и, конечно, гостям покажут главную изюминку Брестской области – объект, занесенный в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО – Беловежскую пущу. Воспоминания гарантированы. Актуально на сегодняшний день мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – это, безусловно, историческая часть, центр Бреста нашего. Ведь у Бреста очень богатая древняя история. И, конечно, самый посещаемый объект на территории Беларуси много лет уже – Национальный парк «Беловежская пуща». Это памятник ЮНЕСКО. Такого же в мире нету, только у нас. Поэтому впечатления и воспоминания гарантированы. Я долгие годы уже хотел посетить Белоруссию, но не было возможности, не было таких вот именно предложений, как туристический поезд. А я предпочитаю именно железнодорожный транспорт для туризма. И не мог не воспользоваться данным предложением, когда узнал, что именно в Брест, чтобы посмотреть Брестскую крепость, Беловежскую пущу, воспользоваться таким предложением я просто не мог не воспользоваться. Все 280 мест в белорусском вояже выкуплены, а это говорит о том, что Беларусь и в частности ее юго-западная часть не просто привлекает туристов, а еще и создает определенный ажиотаж. Поезд востребован, то есть вот мы сделали, у нас запланировано было 2 пилотных рейса с тем, чтобы посмотреть логистику, посмотреть спрос, но получилось так, что оба рейса проданы полностью. Идея возникла в прошлом году, когда, соответственно, в России мы достаточно активно начали запускать туристические поезда. Ну и понятно, что организовать поезд в Беларуси было достаточно логичным в развитии этого проекта. То есть в этом году уже в России порядка 50 тысяч туристов проехали на туристических поездах. И спасибо РЖД, спасибо белорусским железным дорогам. Достаточно большая работа была проведена, чтобы этот поезд появился. Приятно осознавать, что российско-белорусский туризм набирает обороты. 22 июня город над Бугом посетил поезд памяти, где порядка 200 мальчишек и девчонок двух стран совместно путешествовали по местам боевой славы. Сегодня белорусский вояж, а завтра будет что-то еще интересное. Главное, чтобы была инициатива двух сторон. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты БукТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54 63 67. Я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы!